Свой профессиональный праздник отметили сегодня медицинские сестры. Многие из них встретили его на рабочем месте. Пусть и праздник, но работа продолжается в режиме «не расслабляться». Планирование кадрового состава, обеспечение ресурсов медицинской организации, обучение персонала – все это входит в обязанности старшей сестры. После окончания Серпуховского медучилища Анастасия Кирпиченкова пошла работать по специальности. Сначала в качестве палатной медицинской сестры, потом медсестрой в участковой больнице, сейчас в должности главной медсестры. В профессии она уже 20 лет. Медицинская сестра – это как медицинская сестра милосердия, да, несет добро, несет заботу. Мы проводим очень много времени с пациентами и осуществляем сестринский уход, сестринские вмешательства. И от качества нашей работы зависит то, с каким настроением от нас уйдет пациент. О своей профессии и о коллегах Анастасия может рассказывать много. Без любви к своему делу в этой профессии долго не задерживаются. Здесь нужно беспрерывно обучаться и повышать свою квалификацию. Сегодня главную медсестру ЦРБ в числе лучших чествовали во Дворце культуры «Исток». Труд медсестер всегда был почетен и важен. Поэтому наша молодежь выбрала правильную профессию. И я надеюсь, что это осознанный выбор, и что вы по получению диплома все-таки свяжете свою жизнь с данной миссией. С миссией помогать людям. Еще раз всех с международным праздником и наилучшие пожелания. Награждали не только старших и главных медсестер. Студенты медицинского колледжа номер 5 тоже не остались без внимания. Их помощь в период пандемии была очень важна и оценена в поликлиниках, стационарах и колл-центрах. Если старшие курсы, они уже работали по профилю своей специальности, то первые курсы, которыми сегодня с вами награждали, это девятилеточки. Они еще проходят программу 10-11 класса школьную и с практическим здравоохранением еще не встречались, если только как сами пациенты, нуждающиеся в помощи. А сейчас они работают волонтерами, помогают тем, кто не может в силу своих физических особенностей, болезни, возраста или еще какие-то, то есть полностью себя обслужить, по дому какие-то дела сделать. Сегодня медицину представить без медицинской сестры невозможно. По статистике 80% ухода за больным ложится на ваши плечи. Профессия медсестры так и есть, она самая гуманная в этом мире. Но знаете, я хочу от себя сказать, что это, скорее всего, не профессия, а, скорее всего, это призвание. Призвание помогать людям. После церемонии награждения снова в бой. Как и солдатам, покой им только снится.